Всем привет! И сегодня мы будем... Вот, пойдем-ка. Сейчас покажу. Забыл телефон вон там. Вот такую ботинку. Лёгкую на шоколадке. Тебе надо подойти. Нам нужен лист бумаги, фломастер, какой-нибудь шоколад. У меня, например, Милка, можно какой-то другой. Ну и так далее. Ну, короче, белая нецветная бумага, ножницы. Линейка. Клей, карандаш, точнее просто, ну да, клей какой-нибудь, фломастер или карандаш, мастер или карандаш, ну, цветные карандаши, ручка, простой карандаш, ластик, двухсторонний скотч, плитки шоколада и... Или несколько. Так, ну что, давайте начинать. Значит, делаем. Берем шоколад. У вас какой шоколад? Ваня, у тебя камера выключена. А. Включено? Нет, Ой, выключила. Сейчас. Просто я заскучу. Вот теперь все должно быть. Значит, берем вот такую вот Милку или какой-то другой шоколад. У вас какой? Какой у вас шоколад?
Ну, ребята приготовили шоколадки. Давайте будем продолжать. Виталий Бабаевский показывает. Берем лист бумаги и кладем вот так вот шоколадку. Теперь вам лист шоколадки переворачиваем. И теперь обратно сгибаем. И обратно немного разгибаем. Чисто, чтобы нам хватило заклеить двухсторонним скотчем. Ваня, у Алис вопрос. Алис, говори. А если нет шоколадки? А? А если нет шоколадки, тогда что надо делать? Если нет шоколадки, тогда надо просто... Вань. Ничего. Кто сказал? Ваня. Если нет шоколадки, тогда просто ищешь какую-нибудь другую. Какая-то шоколадка должна быть. Если вообще нет шоколадки, ну тогда смотришь, потом покупаешь. Вань, Вань, Вань. Марк спрашивает. Что? А вот такой лист бумаги подойдет? А, Виталий. Да. Значит, не получается. Наверное, да, но если у тебя шоколадка сильно большая, то не поместится. А четыре? А четыре есть? Четыре? А это что, мячики, что ли? Покажи еще раз. Он сколько у тебя размером? А четыре? Нужен Я лист не знаю, я его не измерял. Нужен лист А4. Ну, на упаковке ж написано А4 или нет. А как, вот так шоколадку ложить или вот так? Вот так? Ну, я же вначале показывал, вот так лист переворачивается. А, все, помню. Сгибаем, короче, еще раз показываю. Кладу шоколадку, сгибаем лист. Клеим двухсторонний скотч с края. И теперь вот так вот сгибаем углы. Ничего. Блин, я вот оборачиваю, у меня еще лишние сантиметры есть. У меня тоже были в начале. Делай так, чтобы не было. А как? Натягивай. Или наоборот, где-то потолще размер. А, может завернуть вот так, вот эти лишние сантиметры и заклеить их скотчем.
Теперь загибаем вот эту вот дугу и наклеиваем туда двухсторонний скотч. Слушай, а что снизу делать, если когда ты шоколадку видишь? Когда ты вот шоколадку видишь, вот, ну, снизу видишь, ты вот вверх загиб. Вот. Ну, сейчас я тебе покажу эту сетку. Загнули, теперь наклеили двухсторонний скотч и вот так вот склеили. Так, короче, вот так у меня получилось вот тут. Вот тут проем. И вот тут проем. Что с ним делать? Я же как показывал. Ты просто, видимо, отстал. Ты тогда и говоришь, что подождите меня. Берешь бумагу. А, сжимаешь ее? Нет, ты ее так не сожмешь. Берешь просто бумагу, вот эти проемки. На одну проемку кладешь скотч. Ну, как ты их назвал. Снизу, например, вот здесь вот. Вторую проемку просто сжимаешь. Ну, слой бумаги. И они у тебя вот так сжимаются, склеиваются. Так же с другой стороны. Вот, смотри, видишь у меня? Вот. Ты про это, что оно у тебя торчит? Ну да, ну вот. Смотри проем. Еще раз. То есть я могу вот так сделать, просто зажать и проклеить вот так. Сейчас покажу. Сейчас надо сделать. Тебе надо просто взять вот бумагу, у тебя дырка. Просто на одну сторону, смотри. Вот видишь, я сюда наклеиваю скотч. Здесь у меня скотч. Здесь. Теперь. Сейчас я наклею, потому что... Здесь у меня скотч. Теперь я снимаю верхний слой двухстороннего скотча. Но тебе же надо, чтобы двухсторонний скотч был липким с двух сторон, верно? Вот. А у меня нет. И теперь я просто беру и сжимаю двухсторонний скотч, сам все делает. К нему липнет бумага. То есть у тебя две стороны обратно и та клеится? Две стороны просто делаешь, как я сейчас сделал. Понял? Блин. Да, я такая... А, все, я понял. Сейчас, да, я отстала. Получили двухсторонний. Я вот такой. Я не понимаю, по скотчу, ты сам скажи. Но он липкий с двух сторон или со мной? Он с одной стороны вот тут липкий. А, ну так, конечно, он не подходит тогда. Сейчас я эту желтую штуку открою. А это двухсторонний скотч. Двухсторонний.
Теперь из двухсторонних, из односторонних получился двухсторонний. Все, делай дальше. Сделай тот пункт. Виталий. А, что? Сделал тот предыдущий пункт, где надо было вот так вот зажать. Я делаю, я вот как раз превращал просто скотч в односторонний. Теперь рисуем любой рисунок. Я, например, нарисую Деда Мороза. Я беру на одной стороне и рисую, допустим, бороду Деда Мороза. Рисуем голову Деда Мороза, шапку ему там на голову, что хотим. Лично я не умею рисовать. Ну, нарисуй, как умеешь. Очень. Короче, я еще скотчем вожусь. Просто возьми обычный двухсторонний скотч и все. Мне нет двухсторонний, я его превращаю из одностороннего в двухсторонний. Я его превратил, но... О, ура, 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 поздравствуй меня. Я все-таки отказываю. Ну и так сидят.
Вань, может лишние сантиметры не склеить, а просто отрезать? Но можешь отрезать.
Так. Вот, нарисовали Деда Мороза, теперь раскрашиваем. А если у меня нет двустороннего скотча? Ну, у тебя же он есть. Тогда Нет. не получится поделка. А я знаю. Я знаю, как превратить. Я просто эту желтую фигню Смотри, ты можешь сделать так. Сейчас просто посмотреть. Потом выйдет запись. Дождаться, когда выйдет запись. Попросить родителей купить двухсторонний скотч. Или можешь сначала попросить купить двухсторонний скотч, потом выйдет запись, и по записи сделаешь. У нас после каждого урока выходит запись. И не только моего. Ну, если вообще не можешь сделать скотч. Потому что, ну, я тебе его онлайн не могу передать, я тебе ничем помочь не могу.
Вань, Чё? ну вот как-то так получилось. Сейчас буду рисовать что-то. Молодец. Хуже я тебе расскажу голый лайфхак, как добыть двухсторонний скотч. Хочешь? Легко и просто. Я просто тебе именно в тот момент, когда ты говорил про скотч, что ты не можешь сделать, как-то не подумать сказать. Просто забыл. А так смотри. Берешь белый скотч, ну или не белый. Берешь вот такую, соединяешь липкую сторону, сгибаешь, а вторую липкую сторону, ну, этот сгиб. Получается вот такая, как клеич. И с этой стороны, и с этой стороны. Вот. Теперь просто сгибаешь и клеишь. Хороший лайфхак. Отличный. Я сделал. Раньше нет. Очень красиво. Вот здесь у него рука.
Так, теперь сделаю олененка. Это будет вообще просто. А зачем? Картинки. Ну, хочу сделать. Как ты зачем? А как ты вытащил Милку? А? Как ты вытащил Милку? О. У меня 3 Милки было. Просто. А так просто берешь, когда захочешь, потом съесть шоколадку в Новый год, например. Разрываешь упаковку и ешь. А я не зачем. А? Ну, ешь. Я сейчас не буду есть. Я все. Молодец, сделай еще какую-нибудь интересную. Я 3. Что-то. Ракеты и написано внизу в путь шоколада. Угу. Я понял. А я на обратной стороне тоже хочу рисунок сделать. Сложно, нет? Сложно, нет, тебе было делать?
А если второй рисунок закончил? Если уже второй рисунок закончил? Тебе сколько всего надо шоколадок сделать? Ты же их, наверное, кому-то дарить будешь, ну и себе оставишь. Ты себе. Все себе. Да. Ребятки, 8 урок до начала следующего урока. Поэтому тихонько заканчивайте. До начала следующего урока это как? А, 8 минут, наверное. Хорошо. Тогда будем заканчивать. Сейчас дорисую линёнка. Если хотите еще какие-то рисунки нарисовать, там третий, четвертый, пятый, десятый, можете сами рисовать, потому что мы сейчас будем получаться, раз уже скоро следующий урок. Спасибо за урок, мне очень понравилось. А? Спасибо за урок, мне очень понравилось. Пожалуйста. Было прикольно. Приходи снова. Поэтому давайте прощаться. Спасибо, что пришли ко мне на мастер-класс. До свидания. Всем пока-пока, ребятки.